Приобщение к прекрасному на художественной выставке в Тайване закончилось плачевно. Один из юных посетителей случайно повредил картину «Цветы» итальянского художника из Неаполя Паоло Порпоре. Камеры видеонаблюдения зафиксировали инцидент. 12-летний мальчик заслушался во время экскурсии, споткнулся и задел картину, проткнув ее пальцем. В полотне образовалась дыра, его срочно отправили на реставрацию. Поврежденной картине около 400 лет, и у нее очень хрупкая структура. Когда мы начинаем работать над восстановлением полотен, наш приоритет – укрепить структуру картины, а не только восстановить краску на поврежденном участке, говорит реставратор. Картина, написанная в 17 веке, относится к эпохе позднего барокко и оценивается в 1,5 миллиона долларов. Но взыскивать семьи мальчика стоимость возмещения ущерба организаторы выставки не стали.